Это должны быть следы Эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не выезжал. Это его конь. Как там его? Василек? Прекрасное создание. Следы ног и козьих копыт. Интересно. Камни. И след обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла... Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять Эскель след. Разбил лагерь. Должно быть, собирался побыть тут подольше. Кусочки содранной коры. Похоже, козел Эскеля терся о дерево. Клок шерсти. Ух, точно, козье. А вот и следы Эскеля. Нос меня не подводит.
Не сам же он привязался. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. Дабы велохвоста приманить, колышку козу вервием привяжи и среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Тебе столько же лет, сколько и мне, обалдуй. Рад тебя видеть, наконец-то. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? По-старому. От утопца к утопцу. И все? Я простой ведьмак. Не сражаюсь с драконами, не братаюсь с королями, не сплю с чародейками. Не то что некоторые. Впредь постараюсь только спать с чародейками. Не сомневаюсь, что это самое приятное. Хотя, надо думать, не самое безопасное. Слышал? Летит! Вон он. Вижу. Неудачно выбрал день для прогулки. Уходит! По крыльям его! Терпеть не могу, когда они так делают, гады паскудные. Мог бы поберечь нам силы, чтобы мы сразу его зарубили. Ага, а еще мог бы сам выпотрошиться и надеться на вертел. На это, к сожалению, рассчитывать не приходится. Ладно, полезли. Немного движения тебе не повредит. Потерял много крови. Артерия перебита. Кровище-то светлое. Далеко уже не улетит. Не боишься оставлять коня внизу? Вдруг велохвост его подерет? Какое там? Василек — боевой конь каэдвенских кровей. Он справится, если что. Я рассказывал, откуда он у меня? Нет, наверное, нет. Как-то спас я одного рыцаришку. Сам понимаешь, лес, ночь, волки, как всегда. И говорю ему, дашь мне то, что дома застанешь. Но ребенка не было, зато как раз кляча у него ожеребилась. Эскель и Василек связаны предназначением. Невероятная история. Смейся, смейся. Ты просто завидуешь. Вот бредут Здесь он приземлился. И не слишком ловко. Посмотри на следы. Он, похоже, сломал крыло. Кажется, смылся в логово. И хорошо. Оттуда уже не убежит. Ну, сколько мне еще ждать? Ну хорошо, собери ликвор и пойдем отсюда. Режь сзади сразу под черепом.
Ян не объясняла, зачем ей это. То есть ты тоже не знаешь? И тебя это не беспокоит? Нет, не беспокоит. Я ей доверяю. А говорят, люди на ошибках учатся. Что? Ничего, ничего. Ян чем-то тебе не нравится? Ну давай, так прямо мне об этом и скажи. А ты так прямо и признай, что она тебя обманывала. Ни раз и ни два. Это в прошлом. Ян изменилась. Конечно. Ладно, неважно. Пойдем. Да, Волк? Слушай-ка, а может, сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее, плотва или Василек? Что скажешь? Тоже мне испытание. Я бы тебя на хромой свинье обогнал. Ладно, почему нет? Сам ты хромой, свинья! Кто первый в Каэр Морхене, тот лучший! Но! Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар, в ведьмачью крепость Каэр Морхен.
Слушай-ка, а может, сгоняем на перегонки? Тоже мне испытание. Я бы тебя на хромой свиньи обогнал. Ладно. Сам ты хромой свинь. То первый в Каэр Морхене, то... Последняя прямая! Не торопись! Выиграю на хромой свинье! Ну-ну! Я тебя недооценил. Точнее, Василька. Проворное бестие. А я тебя переоценил. Знал бы, что так легко пойдет, поставил бы что-нибудь. Ну, какая-то награда тебе полагается. Что бы ты хотел? Знаешь, я что-то последнее время все вспоминаю о махакамском спирте. Так он согревает. Достану тебе бутылку в следующий раз, обещаю. Ловлю на слове! А теперь сюда. Реакция зрачков в норме. Ого. Крупная тварь. Угу. Месяц я его выслеживал, но все-таки завалил сукина сына. Поздравляю, и все-таки не могу не спросить, зачем тебе его тело. Хочешь сделать чучело и повесить над камином? Хорошая мысль. Но сперва я закончу вскрытие. Эта особь была быстрее, чем остальные. Быстрее и сильнее. Я хочу ее как следует осмотреть. Позволишь взглянуть? Хочешь воздать ей последние почести? Нет, спасибо. Ты режь, а я пока что-нибудь съем. Давай осмотрим его голову. Длинные усы. Выдающаяся лобная доля, но это нормально. Длинные уши и серьга. Ага, я такое видел. Этот вид любит блестящие штучки, как галки. Так, а в пасти...
желтые тупые зубы. Одного верхнего и нижних резцов нет. Да, зубы он не чистил. Ладно, что там дальше? Давай взглянем на его кишки. Ну как, есть что-нибудь интересное? Фрагменты непереваренной пищи. Похоже, тут запас лет за 10. Человеческие волосы, пряжка от ремня, медики и золотое кольцо. Не хочешь Йеннифер подарить? Если почистить, будет как новое. Нет, спасибо, она носит только серебро. И зря. Все остальное вполне обычно. За исключением печени. Похоже, он имел слабость к крови пьяниц. Отличные когти. 15 дюймов. Они растут у них всю жизнь. Этому было лет 100-110. Ноги мощные. Особенно икры и стопы. И я тебе скажу, быстрый он был, этот ублюдок. Вот он здесь, через миг там, все время в тени. Я едва мог его разглядеть. Как ты его сделал? О, долгая история. Потом как-нибудь расскажу. Думаю, я увидел достаточно. Старая особь, опытная. Было бы здорово научиться понимать возраст катакана по следам, чтобы не наткнуться на такую вот зверюгу без подготовки. Это правда. Но давай займемся этим потом. Увидимся. Геральт, прости, но мне сейчас не до шуток. Что-то не так? Дай подумать. Лопнул уже третий кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весемир назло делает ремонт прямо под моим окном. А Эскель вместо Велохвоста, наверное, пошел за грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и относишься к ним как к прислуге. Ко мне, впрочем, тоже. Я все объясню, когда придет время. Сперва закончим подготовку. Ты нам не доверяешь? Доверяю. Но боюсь, что вы не доверяете мне. Поэтому предпочитаю держать некоторые вещи в тайне. Пока что. Извращенная логика. Так может казаться. Но ты еще поймешь, что я права. Я слышал про кровать. Ты предпочитаешь спать на полу? Не советую. Пол каменный и дует ужасно. Лучше так, чем собирать рыжие волосы с матраса. Значит, ты так бесишься из-за Трис, что вымещаешь зло на мебели. Радуйся, что я не вымещаю зло как-нибудь иначе. Геральт, не хочу показаться злопамятной, но все-таки ты трахал мою подругу на этой самой кровати. Да, я знаю, ты потерял память. И все-таки... Давай так.
Я не буду тебе об этом напоминать, а ты перестанешь напоминать мне про эту дурацкую кровать. Идет? Идет. Замечательно. Тогда перейдем к более важным вопросам. Ну ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой — зарядить филактерии энергией стихий. И результатов что-то не видно. С этим я уже справился. Надо же! Сколько инициативы! Тогда осталась еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристаллов. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое с кем поговорить. А с кем ты будешь разговаривать? Или это тоже тайна? Вовсе не тайна. С Идой Эмиан. Помнишь такую? Ее забудешь. Член ложи. Эльфская знающая. Вот именно. Знающая, как следует из названия, много знает. Поэтому я попрошу у нее совета относительно Умы. Ты доволен? У меня душевная травма после общения с твоими коллегами, знающими, не знающими. Но раз надо, значит надо. Думается мне, не на всех ты в обиде. Неважно. Благодарю за разрешение. Ладно. И как искать источник? При помощи этого патест-эквизитора. Патест-эквизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. И без шуток о сексе, очень прошу. Ну давай, беги. А, и еще. Да. Спасибо, Геральт. Здесь ничего. Здесь ничего. О, кажется, что-то есть. Сигнал становится сильнее. Можем поговорить? В чем дело? Приятно снова собраться вместе. А? Угу. Не хватает только Цири. Спасибо, что напомнил. Мне надо было переменить тему, иначе ты бы совсем расклеился от этих сантиментов. Ты знаешь, почему она вернулась? Если совсем коротко, она бежит от дикой охоты. Неплохо. Если что, можете на меня рассчитывать. Ты ничуть не изменился. Я, кажется, слышу недовольство? Нет, недоумение. Люди с возрастом обычно смягчаются. Мамочка всегда говорила, что я исключительный. Мне приходят другие эпитеты, но исключительный тоже подойдет. Пока. Береги себя. О, кажется, что-то есть.
Сигнал становится сильнее. Зараза. Я потерял сигнал. Здесь ничего. О, кажется, что-то есть. Сигнал становится сильнее. Вижу, Йеннифер наконец нашла добровольца побегать с пищащей палкой. Тихо. Должно быть уже близко. Ага. Теплее, теплее. Мы можем поговорить? Чем я могу тебе помочь? Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Ага. Я тоже так думаю. Береги себя. Ага. Теплее, теплее. Горячо. Да, волк? Да, волк? Посмотри в огонь. А теперь сюда. Реакция зрачков в норме.